Это будет одна очень умная история про то, как однажды кое-кто сказал слово на букву О. Слово на букву О значило очень многое. Например, кое-что, о чем вам не следует догадываться, потому что слово на букву О было... Ну, вы знаете, о чем я, вы знаете, о чем я. Вы прекрасно, блядь, знаете, о чем я говорю. Слово на букву О. Напишите его в комментариях, чуваки. Это же, блядь, очевидно. Но не пишите вот именно то слово, о котором вы подумали. Напишите слово на букву О, о котором подумал я 10 минут назад. Фэншуй, блядь.